Всем доброго дня. У нас очень жарко в квартире, у меня почти 30 градусов, и арбузу это очень нравится. Он растет уже вот такой. И чем я удобряю? Я удобряю таким удобрением для помидор. Ничего другого я у себя не нашла, покупать мне не хочется. А удобрять, я думаю, все-таки надо, так как он в горшке. И, конечно, ему нужно питание, так как земли не очень-то и много, а кормиться, как говорится, надо. Подкармливаю один раз в неделю таким удобрением. Также это удобрение и для арбуза тоже подходит, так как здесь написано, что для ягодных культур также подходит это удобрение. Один раз в неделю удобряю. Всем спасибо за внимание и всем отличного настроения. До новых встреч. Пока.